Здравствуйте. Я обещала рассказать мои впечатления от использования парфюмерной воды в рынке Эссуэйры Монталь при полном нанесении, при, так сказать, выход в люди, как будет этот аромат себя вести. Но, к сожалению, не могу похвастаться хорошими результатами. Во-первых, первое впечатление от аромата, когда я наношу на себя эту парфюмерную воду, то я слышу какой-то достаточно стандартный, классический акватический аромат, в меру сладковатый, в меру освежающий, водный, немножечко даже как будто припудренный. Но эти брызги Эссуэйры я буквально ощущаю, пока вода на меня опускается. Затем начинает очень быстро раскрываться ветивер, такая специфическая нота. Я описывала ее в тесте на коже как индольный аромат, но, к счастью, на волосах я не слышу характерного индола, но слышу такую гнилостную древесину, ну, то, как я обычно воспринимаю ноту ветивера. А затем же раскрывается соленый аспект этой композиции, но, к сожалению, напоминает мне не столько брызги соленого океана, сколько действительно огуречный рассол, такая соленость своеобразная. Ну, единственное, что, может быть, автор композиции имел в виду действительно запах из самого города Эссуэйры, не на побережье, а на узких улочках, там, где торгуют специями различными, и куда доносится отдаленный солоноватый аромат Атлантического океана. Возможно, с этой точки зрения, потому что явно морской соли здесь нет, а вот своеобразный рассол, немножко пряности, немножечко сладковатых ноток. Это все переплетается. И, в общем-то, пока было утро, еще была прохладная погода, ветрено, в общем-то, композиция еще звучала более-менее неплохо. Но для Монталь достаточно банально. Мне не особо показалось это интересная композиция. Хотя есть у нее поклонники, есть у нее даже и поэтическое название второе. «Небо в облаках». Я не знаю происхождение этого названия. Тем более не знаю, каким образом оно вписывается в концепцию данной композиции. Но буквально спустя минут 20-30 аромат на мне сел запахом пены для бритья мужской. Арко была такая, вот такая характерная, свежевато-сладковато-солоноватая и немножечко мыльная нотка. Ну, действительно, кто помнит, когда у отца был такой, вадкая пенка для бритья, вот запах на арку был очень похож. Ну, и опять же, в ветреную погоду еще более-менее это неплохо воспринимается, это все клубится вокруг, и соль, и сладость, и солености, и древесность, и пряности, но стойкость аромата в жару, а жара у нас выше 35 градусов сейчас, и я, в общем-то, провожу часть времени под открытыми солнечными лучами, голова у меня не закрыта, у меня красно не снята эта вода. Ну, с волос испаряется, видимо, очень быстро в таких жестких условиях, которых я тестировала. Потому что, ну, буквально я добралась до работы, этот, ну, час-полтора времени у меня заняло. И я уже по прибытии не слышала на себе композицию, не говоря уже о по всем остальном рабочем дне. И даже мои попытки уловить при взмахах головы где-то шлейф остаточный на волосах, ничего подобного я не услышала. Вероятно, эта композиция держится очень близко к телу. Если кожа, то к поверхности кожи, если волосы, то близко к волосам. Но вот беда, я вообще ее не ощущаю. То есть это даже не какое-то легкое облачко, которое можно ощутить, если, например, нанести крем на руку, то потом близко к коже можно услышать запах крема. Это что-то, видимо, еще более интимное, то есть аромат полностью сливается с кожей. Я допускаю, что какие-то отдаленные, может быть, акватические нюансы и слышны, но у меня сейчас короткая стрижка, я не могу принюхаться к пряди своих волос. В общем, так, кстати, эффект голого короля, вроде бы как Монталь, вроде бы и аромат достаточно громко звучит при первом нанесении. Вроде бы он и должен находиться на мне, но, к сожалению, я ничего не слышу. Ну, то есть буквально два часа этой
можно сказать, еще и с головой я беру с запасом, продержалась на мне ощутимо эта композиция. Поэтому, к сожалению, я для себя эту парфюмерную воду из списков желаемых вычеркиваю. Ну, конечно, я ее использую, но приобретать, конечно же, не буду. А рекомендовать могу только любителям акватики, морских нот, которые любят эксперименты, ищут что-нибудь интересное, необычное. Ну, в порядке эксперимента, конечно же, можно попробовать вот такую интересную, солоновато-сладковато-пряную воду от Монталь.